Да, можешь меня толкать. Ну, бордаж. Сейчас быстренько сплав, быстренько ловим щуку на 15 килограмм и уходим домой. Мы, короче, не сдаемся, как всегда. Олег, это лосось. Как он бьется, ты посмотри, какой зверь. Это кумжа, что ли? Да. Кумжа. Давай к берегу. Есть место-то? Все, втыкайся, вон там. Слушай, какой хороший! Да Вадик! Бери, что ты ждешь-то кого? Ой, ты! Давай, ты что? Тихо, 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 тихо! Я поймал лосося! Тогда бери за спину и закидывай себе в плот хотя бы. А, вдруг крюками пробьешь. Давай на берег его, выйдешь. Да мне никак не выйти здесь. Вадик, сделай такое движение вон туда. Сейчас, подожди. Есть. Господа, это мистер Генри. Подруга. Посмотрите, какая огромная форелина. Слушай, ну сколько, ну килограммчик, да? Да. Это, ну, ну не все же смотрят, да, из Ленинградской области. Вы должны понимать, что это... Ну, это достойнейший результат для наших рек. Это 40 километров от города. Вадик, ты молодец. И на зеленую воруночку. На зеленую воруночку. Воруна отрабатывает по полной. Вы посмотрите, какая красивая рыба. Ну, нельзя такой красивой быть на свете. Нельзя быть. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Та-дам! Какая же она красивая. Вадик, давай отпускай, а то она сейчас уже переохладится. Ой, какая, как пошла. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. Ты даришь жизнь, не отнимаешь. Видели, какая она клевая? Да, ну она такая дерзкая форелина попалась, да? Бляха-муха, вот это вот... Так я плохо вот этой сеткой, конечно. Ее можно было бы нормально в духовочку положить. Еще лимончикой отрезаешь и соком ее поливаешь и туда в духовочку. Ну, Катюша знает, она бы разобралась. Вадик, вот ты вот там вот мои коряги занял. Мне вот не нравится, когда так делаешь. Как пальцы замерзли. У меня уже болят они. Ну, колют так неприятно, да? Шевели ими, главное. Я шевелю, но как бы я понимаю, что тело сдает. Потом мы сейчас в травму с тобой не поехали.
Все, уже пальцы болят. Three hours later. И давай сейчас лосося, бери килограммов на 7, давай, меня устроит. Ну что, ребят, вот наш сплав подошел к концу. Ну что получается, рыбалка как есть, ничего не прибавить. Одна рыба, ну довольна сплавом, наверное. Чего ж греха таить, душа просилась. И вообще это удача, что в конце декабря получилось половить по открытой воде. Сплавились холодом, мы не боимся. Ну и река нас побаловала, отличная рыба, я считаю. Для нашей области это, конечно, отличный результат. Одна рыбка на двоих за сплав 4 километра пути. Ну да, вот так вот. Понятное дело, что поймать щуку в такое время сплавом совсем мало шансов, потому что надо стоять, ее детально облавливать какую-то зону, брать именно количеством забросов, штучек 15-20 и менять точку. Сплавом так не получится. Поэтому такая была блиц-рыбалка, и уже исходя из этого, в самом начале мы понимали, что мало шансов будет поймать, так и на удачу. Так оно и получилось, и ничего страшного, мы не расстроены. Форель поймана, и я считаю, это отличное завершение нашего сезона 2017. Ну и не забывайте, в будущем году новый трип. В будущем году будет мой сезон. Твой? Да. То есть все, я могу в отставку. В этом году Вадик выстреливал. Вы видели, какую я форель поймал? Олегович, ну я тебя в этом сезоне вообще как девку надрал. Я даже не ожидал. С такого может завязываться рыбалкой. Ребят, на его месте должен был быть я. Господа, это мистер Генри. Ой, какая, как пошла. Видели, какая она клевая. Ну и не забывайте, в будущем году новый трип.